Всем привет, дорогие друзья, подписчики, случайные гости, зашедшие на канал. Не забываем про комментарии, лайки, подписку и колокольчик. Самое главное, подпишитесь на мой канал Яндекс.Дзен. В описании будет ссылка. Там очень много полезных советов. Как избавиться от колорадского жука? Есть средства, которые избавят раз и навсегда вас от колорадского жука. Лучше обработку проводить утром, либо вечером, после 6 вечера. Ну, лучше всего, конечно, проводить утром. Все равно вечером, когда обработку проводите, все нагревается, и ботва вся, и больше испарения происходит. Поэтому с утра будет вообще самый оптимальный, самый лучший вариант. Ну и вечером, в принципе, тоже неплохо. Так вот, чтобы уничтожить их, это вещество уничтожает не только колорадского жука, но и клещей, и тлю. Тлю уничтожает, многих паразитов уничтожает. Очень уникально. Это Актора. Актора вообще зарекомендовала себя не только в стране, в России, но и СНГ. Многие, которых людей, мои подписчики, неоднократное видео снимал и в том году, и позапрошлом году, в комментариях пишут, что очень эффективное средство это Актора. Так вот, вот сколько пользуемся, ничего не могу сказать плохого. Мне очень понравилось Актора обрабатывать от тлю. Тлю уничтожает прям на ура. Ну и колорадского жука, соответственно. Подписываемся на канал. Всем удачи, всем пока.